Волга. Ну давай попробуем вот здесь. Так, Андрей сказал, что это Волга. Блогеры, они просто лицемеры. И рэперы. В смысле, что рэпер молодой? Антихайп. Там, кстати, нет! Пока даже перевод. Температура хорошая, но вот чистота... Чистота и мощность плохие. Пупсик, осторожно. Мне стоп бежать, я ловить. Оп, осторожно снимает. Собрю куда-то костян, это сможет такой... снять. Блин, плоских мало. Кайф, да. Ну, это нормально. Это непривычно. Итак, в Твери мы посмотрели все, что можно было. Ладно, шучу, мы просто на Волге потусили. Погнали. Действительно чистенько здесь. Выберем, ну, по вот таким локациям веселым. Возвращаемся в тачку и двигаем в сторону Питера. Ой, в Твери. Воу-воу, полегче. Подписывайтесь на мой канал в ICQ. Дрон завел ICQ аккаунт снова. Он вернулся в 2008. Пока Телеграм, мы живем. Да? ICQ рекомендовано правительством России. Да ладно. Типа, я пользуюсь ICQ. И... Есть какая живописная, очень красивая. Давайте по нему попробуем. Угу. Это Тверь, вы знаете? Тверь вообще, оказывается. Мы ожидали от Твери Сан-Франциско. Оказалось, что Тверь — это Тверь. Неожиданно. Да, вот на особо справа. Да. Тверь, ты в меня поверь. Тверь, это глухомань. Даша за обзорную экскурсию. Мы сейчас все эти гаджеты достанем и уедем. Мне даже стыдно их доставать, просто под... Бля, вы долбай. Вот большое здание, по-моему, там есть какая-то смотровая площадка. Вот да? Даже три шестерочки. А-а-а, пристыдило. Блядь, там реально номер 666, они там дела решают? Да-да-да. Все, охуенно. Бля, это Тверь. Ребята, это Тверь. Мы хотели видеть Тверь. Дрон нас вчера случайно не охмурил каким-нибудь этим ароматом, что мы согласились. Как-то мы легко согласились. Когда я сажусь за руль, за рулем тоже балу. Советский или Смоленский переулок? Бля, наверное, Советский. Смотри, юг, сейчас повернешь, мы можем... Люди. Да мы сейчас прям... Сейчас. С этой стороны. Сейчас смотрим. Вот прямо и потом налево. О, слушайте, а вот здесь хорошо. Да, да, а вот здесь неплохо. Вот это сойдет за Европу. Слушайте. Вот там знаки. Вы видите знаки? Так может... О, вот... смотрите, вот это перец вон лежит, видите? Бля, я хочу его сфотографировать. Мы его засили. Все, что мне нравится, когда пусть был. Нет, в смысле, наоборот, нравится. Он умиляется. Дрон, твой шанс. Ну, сейчас. Сима, Григорь. Какой-то коньячок вон два где-то. Чтобы было понятно, насколько она отвесная. Не, я не пойду туда. Или мы пойдем все вместе туда? Да. Так, сейчас это будет эпично снимаем. Аж солнце взошло. Именно так. Это вспомнил. Бабочка какая красивая. Мы в Твери. Где именно, я не знаю. Рискуя своими ногами и телами, спустились ближе к Волге. А это Волга, да, это Волга. Там какой-то мажор живет. У него джип прям стоит на берегу. Да. Стрёмно.
Втрою. Красивая. Конечно. На солнышке. Не, в общем, мы видим достопримечательности в каждой лесенке. Это называется путешествовать по России. Да. Пора валить в Россию. Сторону. Мы что, пешком? Это близко вообще. Потом реверс сделаешь, да? Ребят, ненавидят нас. Посмотри на их лица. Как Даша, знаешь, я посмотрел, это пиздец. Даша постоянно так, будто у нее горит реально. О, отлично, фотку будет. Видите, вы остались и проснулись. Да. Кулак же. Как бы. В этом плане, воу. Мудро поехать. Так, ладно, мне куда ехать? Туда, там же ресторан. Да, а, Даш, давай, диктуй. Сейчас, извините, еще, подождите. Мне нужно... Я пока выезжаю, так что там... Ребята, попахивает жопой. Походу, в кои-то веки гидроросмедцентр Роскомнадзора. Роскомнадзора Гейбара. Оказался прав. А нас летит ревизор темный. Здесь налево надо было, ну ладно. Центр это город старый. Ну а дальше да. Нельзя из большого города переехать в маленький. Не бывает такого. Если тебе не 80. Что у тебя 100 лет? Потому что мне не бесит. Глупости? Я согласен с Дашей. Открытый. Я там ни разу не была. Меня очень не. Были когда-нибудь в Чехане? Поверните налево. Здесь, да. Платная парковка. Было. Так, где этот Чайхан? Смотрите, сувениры, и там висюльки какие-то, я хочу такие. О, Эльпатио есть, кстати. Пропускай, и кто вот Эльпатио теперь скажет, что Тверь хуёвая, что ли? Да, мне прям... На месте мы. Всё, мы на теперь месте. Отдохну я. Да. Бля, тут и два рыжего описано слово. Это просто там вдруг. Ебать, они два рыжих. Они мега крутые, кстати. А, очень. Они... Мы в центре Твери. Я бы как-то доломал, показывал. Ой, блин, реально без синяка, мне кажется. А, то есть Даша, папа, прости, пожалуйста. Я тебе говорю, где ты взялась? Походу, Тверь. Вот это Пражка. Раньше других людей, пока начался дождь. Ой, да, что-то попахивает пиздюлой какой-то. Ребят, может, кафе Путин? Человек. О, кафе Путин. Слышите, нет. Пошли брекфаст. Мы идем туда. Там кафе брекфаст. Наш следующий пункт назначения.